модель подготовки национальной команды была составлена именно под два мероприятия. В первую очередь под Европейские игры, которые будут у нас. И второе мероприятие – лицензионный чемпионат мира в сентябре месяце в Екатеринбурге, в Свердловске. Команда усилилась молодыми боксерами, что так, ну, в общем-то, в принципе, радует. Мы стараемся готовиться с полной самоотдачей. Будем максимально выкладываться в ринге, в подготовке, чтобы выступить на родных трибунах как можно лучше, показать болельщикам красивый, качественный бокс. Подготовка у нас идет в полном объеме. У нас сейчас укомплектуется команда, и у нас все идет по плану. Хотелось бы показать, на что способны белорусские боксеры. Тем более традицию белорусского бокса очень серьезная. Я могу сказать, что будут медали.